Всем привет, всем здравствуйте. Рада вас видеть сегодня на аккаунте Эми Онлайн, а не на своем личном аккаунте. Сегодня у нас тема курс топ-10. Я сколько успею, сейчас покажу вариантов из этого курса. Так, пока вы собираетесь, я тогда одену перчатки. Поставьте плюсики, кто проходил курс топ-10, либо живой, либо онлайн. Техники, которые входят у нас в курс топ-10, раньше этот курс много лет назад еще назывался «Цветные гели». Просто он так и назывался. У нас на тот момент существовало только два курса. Это курс «Художественная роспись», и там мы учились только именно рисовать акриловыми красками. И был курс именно «Цветные гели». Там мы учились работать материалами не красками, а то, что полимеризуется в лампах. Вот. Этот курс назывался «Цветные гели», и он с каждым годом становился все больше, 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 и туда входило очень много техник. И сейчас, если посмотреть, даже я когда записывала в онлайне его, он получился, представляете, самый гигантский. Я в какой-то момент прям аж устала, я сказала, говорю, я больше не могу его снимать. И я не все даже техники смогла записать, все, что туда можно было еще запихнуть. Вот, и этот курс, он реально очень информативный, самый информативный. Там, по-моему, около, мы даже как-то считали, то ли 40 типс. Очень много. А основное, на чем там все сфокусировано. Сейчас я покажу. Ставьте плюсики, кто этот курс проходил либо онлайн, либо живой. И этот курс всегда был двухдневный, так же, как и художественная роспись, потому что за один день его было очень сложно дать. Сейчас некоторые школы его иногда проводят, но очень редко, потому что сейчас все равно очень сильно снизилось посещение живых школ. Многие предпочитают не ездить в помещения, а учиться у себя дома там по вечерам. И не тратить на это время. Вот. И есть школы, которые сейчас сократили этот курс топ-10 до одного дня. Вот. И вариации, они могут быть разные. Но сами технические технологии, они за последние годы не изменились. Я вот каждый раз говорю, что сами технологии дизайна как таковые, они вот именно база, фундамент, она осталась, в принципе, неизменная. Меняется компоновка, композиция, оттенки меняются, но сама техническая технология, она осталась неизменная. Сейчас я вам покажу планшетку. Тут у меня, как всегда, бардак. Так, ну это вот прям вот типсы, я когда сняла курс, здесь вот как раз я прям приклеила то, что показывала. На что там сделан упор? На чем фокусируется этот курс? Он фокусируется на материалах дополнительных, да, на декоративных материалах для маникюра. Как при помощи этих декоративных материалов можно сделать очень красивые, симпатичные дизайны. Зачастую, конечно, они достаточно яркие могут быть, потому что это пигменты, глиттеры, блестки, хлопья, фольга, матовая, фольга глянцевая. И, конечно, получается так очень нарядно все. Но периодически это нужно. Тем более вот в последние 3 года любовь к блесткам, она не исчезает никуда, она только набирает обороты. И вот с каждым разом я думаю, блин, ну все, блестки точно скоро уйдут. Но опять выходит новый сезон одежды, и мы опять смотрим, что дизайнеры модных домов, дизайнеры, кто занимаются аксессуарами, ювелиркой, кто занимается обувью, сумками, ну все равно очень много привносится блескучего. Вот, и поэтому, почему бы не маникюр, почему бы маникюр не делать тоже ярким? Вот. Особенно если девочка предпочитает все-таки не блестящую одежду, да, не яркую, а сдержанную, когда
Total Black, это тоже сейчас очень модное направление, когда ты полностью всегда вся в черном, миксуешь это с серыми оттенками и белыми, но в общем ты выглядишь всегда очень сдержанно в гардеробе. Я всегда очень люблю, когда у этой девочки, например, какой-то акцент яркий, там, в виде аксессуара сумки, либо какие-то туфли, или маникюр. Ну, вот маникюр — это самое легкое, что можно сделать, когда человек не любит броско одеваться. Мне очень нравится, когда на этом неброском таком гардеробе выглядит прикольно тогда яркий маникюр. И он даже может быть сейчас очень коротким. Хотя, если брать молодежь, у них тренд, наоборот, большая длина. Этот тренд к нам пришел из ТикТока, и сейчас вот это поколение, которое растет на ТикТоке, у них совершенно другая мода, у них другой вкус, и рано или поздно эти подрастающие девчонки, они скоро станут вашими основными клиентами, и у них вкус, ну, реально совершенно другой, очень сильно отличается от того, что сейчас даже творится в мире высокой моды. Причем я, знаете, как считаю, что высокая мода, она сейчас очень много берет из вот таких субкультур. А ТикТок — это своего рода тоже субкультура, которая формирует такое комьюнити гигантское на мировом масштабе. У них свои фишки, свои движения, свои увлечения, свои вкусы. Вот кто с этим согласен, поставьте плюсики. И скоро это поколение станет взрослым, потому что, как правило, наши клиенты — это кто? Кто в основном ходит в салоны красоты, да? Кто готов платить за маникюр, за педикюр? Это женщина, которая уже самодостаточная, которая там уже зарабатывает достаточно много денег, чтобы позволить себе часто менять маникюр. Педикюр делать не только раз в сезон, летом один раз под босоножки, а педикюр делать каждый месяц. Вот. И скоро вот эти девочки из ТикТока станут женщинами, которые будут делать у вас маникюр. А у них совершенно другие вкусы и пристрастия. Они очень любят большую длину. Так, ну давайте начнем с самой любимой моей техники. Я ее очень люблю. Давайте сегодня мы как раз с ней поработаем. Я ее могу показать в трех вариантах. На французском маникюре, можно на композиции горизонтальной и такой вот вертикальной. Так, сейчас я отключу. Сейчас я отключила фильтр, сейчас лучше видно. Сейчас стало намного лучше видно. Конечно, под матовым топом выглядит намного сдержаннее. Казалось бы, такой блескучий вариант дизайна, он может даже очень круто смотреться и под матовым топом. Эта технология, она стара как мир, и за многие годы она практически не поменялась. Поменялись просто материалы, потому что раньше это была краска гелевая, а сейчас это гель-лак. Что в основном сейчас многие мастера и клиенты предпочитают использовать в работе гель-лак. Вот, поэтому мы сегодня с вами поработаем глиттерами, но как подложку будем использовать не краски гелевые, а будем использовать гель-лак. Так, какие я глиттеры возьму? Я возьму номер 100. Сейчас. Вот сейчас классно перед Новым годом. Сейчас начинается уже пора вечеринок. Вот у нас сегодня корпоратив. И, конечно, сейчас уже начинают делать маникюры, потому что сначала это корпоратив, потом это какие-то просто вечеринки, а потом это уже семейный праздник. И, представляете, например, длинные ногти, острые, и вот такая втирка. Очень круто будет смотреться. Я сейчас беру голографику, потому что, чтобы сделать градиент мягкий, видите, здесь мягкий градиент получается. Он легче всего получается именно голографикой, голографическим глиттером. Потому что можно делать однотонной пылью, но градиент будет не настолько мягкий.
Так, ну, поехали. Цвет берем любой. Я сейчас, наверное, сделаю сочетание синего и фиолетового. Тем более сейчас у чисто синие и фиолетовые цвета очень модные будут в одежде. Яркий розовый, яркий зеленый. Вот. И блестки можно брать тоже тогда яркие. Подбирать лучше что-то такое близкое по цвету. Основа вообще не имеет значения здесь на самом деле. Просто вот что есть под рукой, ну, примерно похоже. Так, я сейчас просто смотрю, что у меня есть гель-лак под рукой. Ну, у меня вот под рукой есть фиолетовый. Давайте вот синий и фиолетовый будем втирать на фиолетовый. Видите, неважно какой гель-лак здесь. Ну, тем более год тигра голубого. Да. Здесь мы сделаем без шармиконов сегодня. Сегодня поработаем полностью вручную. Мы просто золотые элементы добавим вручную, сделаем технику литья. Это, конечно, основная техника, на которой базируется курс топ-10. Делаете слой максимально тонкий. Здесь вот в данном случае не имеет значения, какая толщина, сколько слоев вы накладываете. Гель-лака, либо краски. Максимально тонкий слой делать, потому что за блестками все это спрячется. Это все будет не видно за блестками. Здесь очень много литья, конечно. Очень много пигмента, глиттера, бархатного песка. Так. По первой битве. Сейчас. Галя! Так, смотрите, подсох. Втирку будем делать с вами на спайдер-гель. Сейчас расскажу, почему спайдер-гель. Тоже я не буду делать сильно жирный слой. Мне нужен топ-слайдер. Можно было бы, кстати, втирать на дисперсию гель-лака. Но гель-лаки, они имеют все разную дисперсию. Там, знаете, смотря какой пигмент был использован при замешивании того или иного цвета гель-лака. И дисперсионная пленка, она может отличаться. Она может где-то жирнее быть, где-то более сухая. Поэтому, чтобы наверняка не ошибиться в дисперсии, какая-то дисперсия, лучше взять спайдер-гель. Ой, господи, слайдер-гель. Так, я буду сушить 1 минуту. Вот, время надо проверять. Вот я сейчас, кстати, знаете, на свой страх и риск сушу 1 минуту, потому что я давно не делала втирку, и я вот тут совсем забыла в лампе Эми слайдер, сколько сейчас сушить. Потому что нужна дисперсия, чтобы она была и не сильно жирная, и не сильно сухая. Это очень важно. Ну вот сейчас мы как раз с вами и проверим. Ну, вроде не должно у меня на 1 минуту пересохнуть, что пыль не вотрется. Потому что глиттер, пыль, да, сухая, она, в отличие от пигмента, может не втереться, если дисперсия будет не той консистенции, которая нужна. Что такое дисперсия? Дисперсия – это при полимеризации геля, гель-лака выделяется вот такая пленочка. Она может быть чуть жирнее, чуть суше. Так, 1 минутка. Ну, вообще я очень люблю пальчиками голыми втирать. Но сейчас все так маниакально насчет перчаток, что работает только в перчатках, поэтому будем вот с вами втирать. Так, чтобы градиент был легкий, видите, я постаралась сейчас не сразу тереть, а вот здесь вот такой вот легкий, полупрозрачный, неплотный край сделать. Все, нанесла. А теперь, вот смотрите, можно перчаточку отряхнуть. И вот такими поглаживающими движениями, мягкими, ни в коем случае не давить. Ну, в принципе, я вот угадала. Все хорошо. Лампа Эми у меня 1 минутка.
На своих лампах вам тоже нужно проверять, даже если лампа Эми, там нужно смотреть, какой срок годности у нее этой лампы, выработка часов, там, возможно, на вашей лампе 30 секунд надо, потому что она лампа новая у вас, у меня лампа не новая, а возможно, также 1 минуту, вот, а возможно, на вашей лампе 2 минуты надо. Так, ну все, смотрите, что у нас получилось. Вы видите, пыль в данном случае, она не прилипла абы как, она втерлась, как чешуя рыбная. И за счет этого получается очень мягкий переход. Пыль, смотрите, она лежит гладенько и не торчит. Круто? Ой, слушайте, какое красивое сочетание. Блин, вообще круто. Сейчас скажу, какие это номера были. Так, это был глиттер. Это был глиттер 100, номер 100. Номер 100. И сейчас скажу. Номер 118. Это все голографическая пыль. Так, теперь, чтобы у меня был чистенький край ложа, вот здесь, да, чтобы пыль сюда не потащилась никуда. Что делаем? Во-первых, мне, конечно, надо протереть перчатки. У меня сейчас все жутко в пыли. Сейчас я вот это вот все убрать надо. Не люблю в перчатках делать дизайн. Это какое-то издевательство. Бесит меня, конечно. Теперь. Вот, видите, я еще раз убрала все, чтобы у меня ничего не было. Все. И что можно сделать? Можно взять опять же топ-слайдер этот же. Ну, во-первых, от него будет и лучше глиттер защищен. И чтобы у меня ложа не испачкалась, можно взять даже кисточку не эту, рекомендую. Да, давайте возьмем какую-нибудь другую кисть. Какую-нибудь другую кисть, чтобы не испачкать флакон. Потому что флакон от топа очень легко испачкать. Вы потом ничего с этим флаконом уже не сделаете. Поэтому берете какую-нибудь кисточку, смотрите, и проходите, и вот так тоненько промазываете свободный край. Во-первых, вы таким образом, даже если где-то что-то не прилипло, оно сейчас останется все на кисточке. И когда я уже буду финальный слой топа наносить, у меня ничего не потянется. Ну и плюс хорошо будет защищен торец. Кстати, технически я очень хорошо объясняю, как делать варианты из топ-10, да, вот эти вот глиттеры, пигменты, матовая фольга, глянцевая. Есть курс очень маленький, он бесплатно есть в курсе маникюра, называется «Базовые основы декорирования». Я там параллельно показываю на типсах, на ногте настоящем. Опять показала 2 варианта на типсах, потом на модели показала, на ногте на живом. Потом опять на типсах и опять на ногте. Вот, поэтому если курс прошли, неважно как давно, и вот работаете с декорациями, у вас все равно есть вопросы, как закреплять, как вот торец, что там нужно делать, чтобы ничего не скалывалось, потому что недостаток у декоративных материалов то, что если вы недостаточно где-то что-то дамажите, нанесете, это все очень легко скалывается. Так, и я сейчас предлагаю, так как у нас все-таки вечеринки, да, сейчас всех, предлагаю сделать литье. Как будем делать с вами литье? 2 способа. Либо берете какой-то топ, наносите сейчас на весь ноготь, сушите и потом его шлифуете. Любой гель-лаковый топ. А можно взять топ. Сейчас я вам его покажу. Ультрашайн. Смотрите. Ультрашайн вообще это крутой топ. Он стеклянный. И подходит только для финального закрепления. На нем нельзя ни рисовать, ни декорировать. Ничего нельзя. Вот. Но зато он очень хорошо не зацарапывается. Его круто использовать для литья. Но только если вы делаете все очень грамотно. Итак, что можно сделать неграмотно? Кстати, обратите внимание, вот я сейчас наношу, в принципе, у меня ничего не пачкается. И кисточка чистая. Сушим 10-15 секунд. Вот если вы ошиблись, все, у вас сейчас гель для литья не ляжет. Поэтому сушим.
Прям можно даже посчитать. Вот считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Все, короче, 15 секунд прошло, достали. Ну, вообще, литье можно делать на любой топ. Главное его обезжирить хорошо и зашлифовать шлифовщиком. Потому что гель-лаковым топом жутко прилипает фольга везде. Поэтому в любом случае топ нужно шлифовать. Ультрашайн исключение, потому что он стеклянный топ. Если обращали внимание, если его сильно много положить, толстый слой, прям чувствуется как горячо. Да, потому что стекло при полимеризации выделяет огромное количество тепла. Так, берем черный тюльпан, мой любимый. Черный тюльпан за столько лет не изменился. У него неизменно одна и та же формула. У него, вот если брать просто черные гели цветные, да, других фирм, на них тоже, в принципе, отпечатывается фольга. Но она не отпечатывается, знаете, вот так идеально. У черного тюльпана мы его когда делали, я измучила поставщика очень сильно. Это поставщик работает с нами по контракту, и многие вещи делает только для нашей компании эксклюзивно. И мы вот когда разрабатывали черный тюльпан, я тогда была еще молоденькая девочка, и у меня тогда уже была эта технология литья. Я ее делала, как сейчас помню, на коричневый гель. Фирмы, которые я на тот момент дистрибутировала. И было очень тяжело делать эту технику, она не у всех получалась. Она получалась там очень скрупулезных мастеров маникюра. И вот у меня пришла идея, когда я стала уже марку свою разрабатывать, я первым делом вот решила сделать такой гель идеальный для отпечатывания, чтобы вот там дисперсия была реально вот как клей, чтобы работал. Здесь неважно, черный вы будете носить очень толсто, чтобы цвет был виден. Даже если полупрозрачно, очень тонкая линия смотрится с черным тюльпаном, фольга все равно отпечатывается. Так, ну давайте, знаете, вот хочется сделать просто что-то абстрактное. Как раз здесь ложе пустое. Чем хорош курс топ-10, он, понимаете, хорошо подойдет для нерисующих мастеров. Потому что декоративные материалы, они уже дарят клиенту радость, понимаете, от этих оттенков, этого блестка. Уже как-то так вот жить хочется в радости. Я обожаю. Вот знаете, вот у меня был период, когда я носила только все нюдовое, черное, бежевое, черное. Сейчас я перешла, конечно, на очень яркую одежду. Мне так всегда нравилось. Вот я одета в черное, да, а маникюр у вырви глаз обязательно должен быть. Я не ношу украшения на руках вообще никакие. Даже браслеты очень редко одеваю. Потому что мне нравится, чтобы на руках у меня было одно украшение, это только мой маникюр. Поэтому я его позволяю себе часто делать, где-то, возможно, слишком часто. Как многие говорят, там, скажите этой Мирошниченко, чтобы она наконец сняла эти вульгарные ногти накладные. Я всегда говорю, идите вы все в лес, мне так нравится, мне так красиво. И плевать я хотела, как вы это воспринимаете. Это как Ксения Собчак говорит всегда на женщин, которые носят искусственные ногти, да еще их если ярко красят, да еще и с дизайном. Это, как же она говорит, девушку можно вывести из деревни, но деревню из девушки никак нельзя. Это ее любимая фраза. Так, ну что, я сушу 60 секунд. Потому что у меня такая лампа уже достаточно, ну, нельзя сказать, что она у меня старая, нет, но она у нее очень высокая выработка часов,
Вот. А, так как я просто, она у меня бесконечно и горит круглосуточно. Я сейчас в последнее время литье на ней стала сушить. Да, черный тюльпан не 60 секунд, а я ее стала сушить одну минуту. Так, я предлагаю сейчас смешать два цвета. Или ладно, не будем. Давайте возьмем только серебряную фольгу. В Эми особенная фольга. Вот. Именно этим поставщиком и этой фольгой я пользуюсь 20 лет. Сейчас объясню, почему. Задолго до существования вообще и марки Эми. Ну вот, кто не в курсе, расскажу вам сейчас историю. У моего папы, когда я поступила в институт в Ростов вместе с Верой Мирошниченко, и когда он нам помог открыть наш первый салон, у него на тот момент была типография. Она была небольшая мини-типография, книги они не печатали, но они очень много печатали приглашений, сертификатов, ну, всевозможная печатная продукция. И вот он тогда, это не знаю, это какой был там еще, 95-й год, 97-й год, они использовали именно этого поставщика фольгу, и там буквально несколько оттенков было, и она была идеальная. Она и сейчас идеальна. Я сейчас помню, что, ну, фольга, она всегда существовала, эта техника, но ее отпечатывали, знаете, на что? Был специальный клей для фольги. В чем недостаток был клея? А на клей фольга тоже здорово отпечатывалась, но когда ты перекрываешь финишем, тогда эту фольгу, она, во-первых, скукоживалась очень сильно, и тогда исчезал эффект вот этот красивый литья. И очень сильно скалывалась, потому что клей все-таки это на водной основе. Он, знаете, чем-то ПВА напоминал клей, даже по запаху. Он до сих пор продается. Вот. Короче, было не то пальто. И я как сейчас помню, у меня эта фольга, знаете, причем она не новая у меня всегда лежала. Мне ее всегда с производства, я приходила к папе и забирала куски вот таких лент использованной фольги с отпечатанными буквами. Это так всегда смешно, у меня клиенты всегда смеялись. Катя говорит, что ты делаешь? Я говорю, да, это я у папы фольгу забрала из типографии, а там, знаете, такой текст идет, пропечатанный текст, все в буквах. И я ее просто печатала тогда, помню, на лак, на прозрачный. Это же гели не существовали, их не было. И вот помню, когда только первые цветные гели появились, я вот помню, тогда случайно обнаружила, что на цветной гель, если его сушить очень долго, получается вот такой вот эффект. Вы видите, что получается? Эффект металла. И причем вот если я сейчас перекрою это финишем, все, получается, знаете, аж прям выпукло лежит эта фольга. Как вот именно канаты такого литья. Это так красиво, сейчас вы увидите. Единственное, сразу в лампу. Первый слой, почему? Смотрите, сейчас на ультрашайн сверху ничего не будет ложиться. Ультрашайн, он стеклянный. У него такая поверхность глянцевая, что сверху любой топ, неважно какая фирма, он не будет ложиться. Поэтому я сейчас стеклас нанесла. Можно было бы также и ультрашайном перекрыть. Кстати, я не знаю, что я взяла опять стеклас. Ну, неважно. Короче, нужно еще раз теперь пройтись, чтобы там, где у меня разрывы получились, нивелировать. Все, у меня сейчас, во-первых, идеально все будет стоять. Торцы я прошлась, промазывала. И давайте посмотрим, как теперь красиво выглядит фольга. Вот смотрите, этой технологии, да, вот я помню, вот эта техника я называла дизайн для опоздавших клиентов. У нас даже очень долгое время, мы даже этот курс очень часто называли, курс для опоздавших клиентов, дизайн для опоздавших клиентов, потому что тут собрано очень много простых доступных техник. И вот давайте теперь предположим, если мастер маникюра не очень красиво еще умеет рисовать, у него еще рука не сформировала навык рисования, да? Вот даже если здесь эти линии будут какие-то, возможно, неказистые, где-то неровные, да? Но человек научится просто хотя бы отпечатывать фольгу, вот как вы считаете, все равно же будет красиво, да? Потому что фольга блестит, глиттер блестит, и это все нивелирует недостатки в работе.
начинающего мастера. Ну, даже если не начинающего мастера, потому что есть мастера, они могут идеально делать покрытия, французский маникюр, но им там, к сожалению, не даются все равно никакие там идеальные линии. Вот для вас техника литья и использование глиттера — это вообще идеально, потому что они очень классно, здорово нивелируют какие-то недочеты там этих линий. Вот, видите? Казалось, вот такая фольга типографская. Ой, прям хочу такие ногти, представляете? Еще раз напомню, что входит в курс топ-10. Тем более, смотрите, курсу уже 2 года. Вот, это один из первых курсов, которые я записала. Я его очень долго записывала, потому что мне все хотелось еще урок записать, и вот это показать, и это показать. Это превратилось в какую-то бесконечность, поэтому уроков, возможно, много. Курс стоит, кстати, очень символично. Сейчас вот курсы, которые я записывала 2 года назад, они там идут очень часто с очень большими скидками. Я сейчас уверена, что менеджеры в сторис повесят либо в шапку профиля этого аккаунта очень большую скидку на этот курс. Вот рекомендую. Доступ навсегда дается. Он у вас всегда будет как палочка-выручалочка, подсказка. Перед новогодними праздниками не знаете, что предложить. Перед праздниками вообще. Вот периодически заходите туда и просто вот что-то повторяйте себе для планшетки. Просто в другой гамме, в другой композиции. И каждый раз дизайны будут выглядеть очень по-новому. Вот так. В принципе, я показала то, что я хотела. Литье с фольгой. Очень красиво, смотрите, как будет выглядеть мой маникюр. Все круто. Причем, ну, видите, ложе получается пустое, оттуда идут такие пятна фольги, переходят на глиттер. И ложе будет тяжело не смотреться. И знаете, что самое классное вот в этом дизайне? Граница отрастания, она будет мягкая, потому что нет вот этого глубокого покрытия, когда такая четкая граница отрастания и сразу видна. Здесь будет, даже если отрастать и перекрывать потом прозрачным лаком, чтобы блестело все, и чтобы отросший ноготь натуральный тоже блестел, это будет все очень скрабываться. Я очень люблю дизайны. Вообще раньше очень много мы делали дизайнов, чтобы обязательно было ложе пустое, потому что клиенты ходили по 5-6 недель с искусственными ногтями. Тогда гель-лака не было. Литье? Нет, девочки, литье я делала на специальный гель черный, называется черный тюльпан. Черный тюльпан на amyshop.ru. У любого представителя, у любого дистрибьютора, у всех есть черный тюльпан. Это та позиция, благодаря которой, во-первых, компания Amy стала знаменитая. Я уверена, что вот именно благодаря этой технологии и именно этому гелю у меня резко начали расти продажи, и я стала популярна даже в Европе. У нас просто какие-то скачки были такие, знаете, феноменальные. Потому что все приходили на эти планшетки, смотрели на это литье и не могли понять, как это сделано, как это, что это, а что это. Вот. Вот так вот, представляете, фольга из типографии моего папы. Как сейчас помню, это вот такие листы формата А4. Фольга у меня такой, знаете, всегда мешок, коробка была, там эти куски использованной фольги, и я ее повторно использовала на ногти. Вот. И потом я взяла этого же поставщика, представьте, который мой отец для типографии закупал в 95-м году. Я взяла именно этого поставщика, именно эти оттенки фольги и ввела в линейку Amy. Потому что эта фольга, она реально идеальная. Даже если где-то не додавили, чуть-чуть не дожали, она, в принципе, более или менее легко отпечатывается. Есть, конечно, свои нюансы. Всему нужно учиться, и отпечатывание в том числе. Вот, ну, я считаю, что это палочка-выручалочка технология. И глиттеры втирать на дисперсионную пленку. Потому что тоже откуда я взяла втирку глиттерами. Тогда была очень популярная технология втирки глиттера на лак. Это изобрела девушка, которая жила в Ставрополе. И это был такой бум, это так круто было, когда ты берешь лак, и на лак вот такой же эффект можно было создать. Было чуть сложнее, потому что если лак где-то пересох, или ты надавила, и он там не досох, то все, дизайн был испорчен, и надо было начинать все сначала.
Вот. И я потом эту технологию просто переложила на гель. Я поняла, что там дисперсию нужно правильно угадать. Тогда были очень жирные дисперсионные пленки. Я вычислила время, сколько нужно просушивать. И получался вот этот же эффект чешуи гладкой. Вот, поэтому и втирка – это тоже палочка-выручалочка, потому что я же тоже проработала сколько? Я 7 лет проработала мастером, или 6 лет я проработала мастером. И я работала не просто, знаете, как работала? Я работала 2, получается, 7 дней в неделю, наверное, по 12, по 15 часов в сутки. Я очень много работала, поэтому вот меня хватило на 6 лет буквально. Да, правильно, я, получается, забеременела вторым ребенком. Родила и просто пришла в салон и сказала, что я больше не беру ни одного клиента. Не делаю даже ни маме, ни сестре, никому. Вот настолько я себя израсходовала, потому что я же еще и в декретах не сидела. Поэтому, конечно, я тут же вышла с декрета. У меня ребенку было 3 недели, мне пришлось идти работать. Потому что у нас у преподавателя умерла мама по маникюру, педикюру. И некуда было деваться, нужно было срочно идти работать. Вот. Будут ли розыгрыши? Надо сделать розыгрыш по курсам. Да, надо. Но сейчас я думаю, что будет очень большая скидка в сторис висеть. Либо, возможно, если в сторис не повесят, обязательно заходите в таплинг. Но мы, кстати, планируем также после Нового года делать распродажу. Вот. Но у нас, опять же, распродажная цена курсов, она всегда такая же, как и если мы на отдельно курсы вешаем периодически, там раз в неделю что-то распродаем. Фольга реально, вот смотрите, я перепробовала очень много поставщиков фирм. И у нас в линейке глянцевой фольги ее же очень много на самом деле. Но я всегда говорю... Давайте я вам, наверное, даже скажу, какая конкретно. Там у нас 2 поставщиков фольга, но вот именно на тонкие линии идут не все оттенки. Сейчас я открою каталог. Можете сфотографировать просто скриншот, а потом на сайте зайти, найти эти номера фольги. Давайте. Смотрите, видите, в Эми существует фольга глянцевая, голографическая и фольга матовая. Самый огромный ассортимент только в нашей марке, потому что я когда-то начинала именно с этих техник, и у меня в ассортименте до сих пор есть такое гигантское количество фольги. В основном все продают что? Золото, серебро, разные оттенки и все. Так, значит, что точно будет? Вот то, что я говорила на тонкие линии. Это FG018 серебряная. Это 017 розовая. Это желтое золото FG005. Благородное тоже, но вот более идеально именно желтое золото. Все, малиновое, зеленое. Зеленая, синяя и красная. Это все у нас один поставщик. Давайте вот так сфотографируйте, и я вам покажу серебряную и розовую. Так, все сфотографировали экран. Это вот то, что на тонкие линии. Посмотрите, вот эта фольга, она тоже вся хорошая. Но она отпечатывается, ну ее лучше использовать, знаете, для кускового отпечатывания, когда вам нужно кусочками отпечатать. Вот. Ну и плюс, если вы на живом курсе не учились, возможно, вам будет сложновато вот этими номерами работать. Вот, и смотрите, серебряная и розовая. Смотрите, кто меня сейчас спрашивает за битву дизайнов? Подводить итоги по первой битве дизайнов я буду завтра вечером, завтра 7-й день. Завтра я выберу по хэштегу 2 победителя. Вторая битва, где нужно сделать фотографию планшетки своей новогодней, я буду подводить итог чуть позже, потому что конкурс начался только во вторник.
Все, на этом наш мастер-класс подошел к концу. Еще раз напомню, сегодня тема была курс онлайн топ-10. Этот курс также существует живой, но так как сейчас после пандемии, к сожалению, многие школы, и наша тоже в том числе, очень сильно сократили количество живых курсов, потому что это стало резко дорого. Представляете? Стало дорого делать живые курсы. Да, сейчас себестоимость очень сильно выросла, если брать в рамках, вот, знаете, как, чтобы провести живой курс в школе, ну, как есть определенные расходы, начиная там с аренды, вот, а так как сейчас люди очень боятся идти учиться на живые курсы, ну, по разным причинам, большая часть, ну, как, из-за ковида, да, все боятся заразиться, вот, поэтому стараются не быть в общественных местах. И, конечно, сейчас сокращаются живые курсы, и, соответственно, вырастает ассортимент онлайн. Но я вам всем, конечно же, рекомендую топ-10. Обязательно потом в будущем, я надеюсь, что все восстановится, пройти живой. Смотрите, обязательно найдите Эми-школу у вас в городе. Эми-школа есть в больших городах, в центральных. Вот. И обязательно пройдите, потому что это очень интересно, понимаете? Это очень интересно, когда вот вас прям учат вот этими материалами, вот нюансы, как надавить, как отпечатать. Хотя онлайн-курс, он очень хороший, он же пожизненный, понимаете? Вы покупаете огромную массу информации, а там реально очень много техник, потому что я, когда этот курс записывала, прям реально устала. Я еще так расстроилась, думаю, ну надо бы еще вот и это я не показала. Они уже потом сказали, говорят, слушай, он и так огромный, люди его весь проходить не будут. Я говорю, ну как же не будут, там же столько всего полезного, и это всегда будет актуально, потому что это технический курс. Не смотрите на гамму цветовую в этом курсе, да, смотрите на технику. Все, всем пока-пока. Да, я тоже согласна, ничего нет лучше живых курсов, но, к сожалению, сейчас вот так. Сейчас, чтобы пройти онлайн-курсы, нужно еще умудриться записаться. Они проходят реже, не всегда. Вот. Но в чем плюс онлайн-курсов? Смотрите, вы можете основной костяк информации пройти его дома самостоятельно. Когда придете уже на живой курс, у вас выхлоп, результат, навык будет намного лучше, потому что вы придете не с нуля, а вы уже все равно проработанное приходите. Уже какую-то часть навыка вы начали формировать. Вы его просто на живом курсе вместе с преподавателем доформируете. Вот. Все, всем пока-пока. Я пошла готовиться к новогодней вечеринке. У нас сегодня корпоратив. Я сегодня буду в бешеном своем розовом платье, на которое мой муж смотреть не может просто. Говорит, какой кошмар. Я говорю, ну это же новогодний корпоратив. Должно быть что-то такое классное, прикольное. Ладно, девчонки, пока-пока.